Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Только самый внимательный человек сможет найти мышонка, который спрятался в дровах. Вы внимательны к деталям, сосредоточены, обладаете развитым воображением и фантазией, а вы знали, что эти параметры, да и еще некоторые, говорят о признаках гениальности. Я предлагаю вам попробовать пройти новый тест на внимательность. Попробуйте найти на рисунке маленькую мышь, которая хорошо спряталась. На все отводится 10 секунд. Если справитесь, вы гениальны. Если потребуется больше времени, вы гениальны, просто вас немного отвлекли или вы устали на работе. Ну так что? Вы внимательны и не упускаете даже самые маленькие детали, тогда вперед на поиски. Игра началась. Не торопитесь смотреть подсказку. Это задание среднего уровня тяжести. Поздравляю, если вы справились с этой непростой задачей. В следующий раз мы подберем что-нибудь потяжелее. Напишите в комментариях, удалось ли вам за отведенное время найти этого мышонка. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.